друзья, с вами, как обычно, ваш Роблмакс, и я решил придумать приветствие. И всем привет, с вами, как обычно, ваш Роблмакс. Ну, в принципе, прикольное приветствие, но ролик не об этом. Сейчас я заспавню свой премиум-кар. Это гелик, но только я его сделаю сереньким, прям как у А4. Не, я не фанат А4, но просто именно этой модели гелика, вот как в Брукхевене идет, вот такой типа пепельный цвет. Ну, не совсем белый, но... Блин, как это сделать? Ну... Давайте сделаем... Ну ладно, давайте такой черненький сделаем, серенький. В общем, давайте создадим квартиру, это просто let's play. Давайте поиграем в Brookhaven. Я недавно ограблял вот этот дом. Я не знаю, короче, где сейф, но я в него пробрался с помощью вот этих вот, этот, как он называется. Короче, спавни мой премиум дом. Ну, давайте вот этот вот, точнее, танхаус. Точнее, пентхаус. Вообще офигенный пентхаус. В общем, вот, пентхаус. У меня есть пентхаус за 150 рубаксов. В общем, вот, давайте его сделаем черного цвета. Я хотела двухэтажный поставить, но, ладно, и этот прикольный с бассейном. Так, кто ко мне стучит, или это не ко мне? Короче, тут какой-то англо-русский серах. Ну, ладно, нормально. Спускаемся вниз. Еще маму пиши я. Ребят, мне стать папой? Не, не надо. Я сам по себе. Короче, ставим скорость 70 и погнали. И драйв 8. Сейчас я просто поезжу по Брукхевену. В общем, топ-4 забытых места снял. Секретки Брукхевен. Третья часть, кто еще не видел, обязательно посмотрите. В общем, вот, вот, короче, там кто-то еще подо мной живет на втором этаже. И вот третий этаж мой. Кстати, давайте бассейн затестируем. Я, конечно, уже жил в этой квартире. Так, затронем нашу тачку. Сейчас просто затестим бассейн. А давайте просто так делаем. И все. Так, ко мне эта девка ломится. Надо ее забанить, если она прокрадется. Так, оп. Ой-ой-ой-ой, как тут тесно. Так, пробегаем. Ой, извините. Пробегаем вот сюда. Мне еще надо взять мой ствол всегда. Как же без ствола? И денежки. Все. Так, блин, дверь закрыта. Оп. Надеюсь, ко мне эта девка не пробилась. Оп. Нет. Она, он внизу. В общем, вот наш бассейн. Вау, тут черненький зонтик такой. О, лежачки вообще топово. А еще ночью тут подсветка. Есть двухэтажная там внутри. Есть двухэтажный пентхаус. Там, в общем, внутри этот бассейн. А есть еще похожий. Точно этот похожий, почти точно такой же. Только с бассейном вот здесь вот. И с такой типа балконом длинным. Я тоже его затестирую, но не в этом ролике. Короче, тут вообще кайфово, подсветка есть. Можно так плавать с третьего этажа, даже с четвертого. Наслаждаться просто всем Брукхевеном. Прям вид на центр. Ну, больше туда вид, там где конец уже. Ну, тут центр, короче, тоже круто. Короче, пофиг, что я так спрыгиваю. Короче, погнали, погнали. Короче. В общем... что там, Николь. А, все-таки английский сервак, да? Ладно, тут все-таки кто-то английский, все-таки кто-то русский. Кстати, вот эти аркады, давайте поиграем. Вот, давайте на каком? Желто-синий. Ну, это сочетание прикольное. Ладно, давайте поиграем. А синий чем отличается? Ну, оба прикольные. Так, давайте такой поиграем. А, это типа нету. Чел! Ты русский или английский? Эти автоматы закрыты? Или ты сам хочешь поиграть? На всякий случай руки вверх делаем. А, так я же этот, блин, бандит. Иди нафиг. Ладно, погнали. Нафиг на своем гелике. Давайте сейчас поездим туда-сюда. Короче, школа. Вот эти, вот эти. Кстати, а что там на втором этаже? Я что-то не замечал. Ой. А давайте-ка посмотрим, что там на втором этаже. В общем, с премиумом, я ж премиум Брукхевен теперь. Хе-хе. С премиумом у меня появились вот такие дополнительные сигнальчики. У меня теперь можно огонь делать, как это все донатили вообще топово. Можно дым пускать. Как у Редклифф Сити недавно бесплатно появилось. И можно вот такой сигнал и вот такой. Типа грузовик. Так, это Brookhaven Shelter. Что это вообще такое? Сейчас посмотрим. Даже без аварийки просто включим. Сейчас пойдем посмотрим, что это за фигня. И это какой-то... Что это вообще такое? А, типа булочная какая. А, это столовка. По-любому какая-то столовка. Ладно. Столовка, так столовка. Так это... Ну, больше русский сервак.
Wanna go park. В смысле, как это? Ладно, погнали. Тут есть Starbucks кофе, я заезжать к нему не буду, хочу погонять. И мы встречаем английского чела. О, я, кстати, видел никнейм этого чела, вот этот. Он подо мной живет на втором этаже, вон его красная квартира. Он, оказывается, сват. А, еще же с премиум. Не, я не понты, ну просто так этот показать. Что с премиумом? У меня теперь вертолеты доступны. Давайте сейчас поедем в полицию, потому что почему-то... А, пожарная станция тоже есть. Ну ладно, пожарная станция менее известная, как это полиция, поэтому сейчас мы забежим. Тут этот чел стоит, в которую я стрелял, сорян. В общем, вот, ты меня в полицию хочешь привезти? А я на тебя на вертолете уеду. Так, вроде никого. Сейчас спавним наш хеликоптер. Раз, и давайте его сделаем не полис, а давайте его сделаем богатым. Взлетаем. Вау. Все. И теперь скорость ракеты, погнали. А давайте сделаем максимальную скорость и улетим вообще куда-то в Канаду. 79 максимальная скорость. И, ну, слушай, вообще топово просто. Летать на вертолете над Брукхевеном. Ой, вайбер. Смотровая площадка, это вообще же... О, тоже премиум чел, слушай. Премиум чел, сейчас приземлимся. У меня такой же дом есть. О, а к нему на крышу сядем. Посмотрим-ка, посмотрим. Я хочу к нему на крышу сесть, поиздеваться над челом. Так. Сейчас посмотрю, кто в чате. А, вот она, наверное, Микул. Так, давай. Опа, все ровненько. Ровненько, вроде как ровненько. Сейчас, ребята, садимся. Ну и посмотрим, прочная ли у него крыша. О, банк, что ли, ограбили? Негодяи. Так, ом, ребята. Все, крыша у него нормальная. Это как бы дымочек такой. Так, сейчас посмотрим, чей это дом и как он. Это 11-й дом, да? Да, это Микуль вот этот. Ангелина. А, это еще и девка? Я думала, это какой-то Микола. Так, ребят, кого там взрывают? В общем, вот я на крыше этого дома. Но это не ее вертолет, поэтому я улетаю отсюда. До свидания. Да, конечно, на вертолете круто летать. Конечно, хоть это випка и дорогая, 250 рубаксов. Слушай, только, да, только ютуберы по миллион подписонов донатят. Но я Конор, и я проверю, как эта випка работает на самом деле. Так вот, моя квартирка сейчас. О, давайте наверх приземлимся. Стоп. Блин, такая крик. Нет. Как назад? А вот, теперь провернуться. Опа. Давай. Подлетай. И, ну, в принципе, можно тут присесть. А мы сейчас не упадем назад туда, где церковь? Кстати, блин, рядом с моей квартирой церковь. Какая-то, блин. Ну, хоть не мечеть, которая все время в мусульманских странах. Да, кайфово тут, конечно. Хотя это смахивает на мечеть, потому что вот этот ее шпиль, как он этот, блин. Ой-ой-ой-ой, это что за функция такая? Ё-моё. А что с этим? А, это в бассейне так? Нифига. Ладно, взлетаем. Что там пишут? Короче, это русский сервак все-таки, больше, чем английский. Но хоть тут англичане есть. Сколько вообще минут этот ролик уже длится? Просто бесполезный. Ой, зачем я сажусь? Ладно, ребят, на этом... Ох, нифига, вертолет попрыгал. На этом мы будем заканчивать. И всем пока.